Пані Катерина, скажіть, будь ласка, я би хотіла йому таке сказати, що ми говорили про характер поранень, а з того боку, тобто є які дані про там поранених міліціонерів і загиблих? Що ви знаєте? Есть данные с двух больниц, двух госпиталей, что со стороны Беркута было убито 17 человек. Это официальные данные с двух больниц. Также было около 40 раненых. Больше всего это ожоги. То есть, скорее всего, от коктейля Молотова, от пиротехники. Но большинство ожоги. Единственное, что мне кажется, что есть немного провокации. Почему? Потому что в больнице в одной сказали, что двое были подстрелены. Я вам могу с уверенностью сказать, что ни у кого здесь, кто на баррикадах, огнестрельного оружия нет. Это уже провокация идет. И вы знаете, я как человек, который... Ну, извините, гражданин России, я могу практически с уверенностью сказать, что это идет провокация уже не от Януковича, а уже от Путина. Почему? Потому что даже по новостям показывали, что горит машина, там не написано «милиция», там написано «полиция». То же самое, автобусы, которые привозят Беркута, российские номера. Без комментариев. Спасибо.